Да уж, нормально, жить можно. Простите, что вмешиваюсь, а можно поинтересоваться, кто вы такие вообще? Нас подселили к вам в связи с переполнением первого и второго блоков. У нас тут у самих места мало, а тут еще и вы приперлись. Ничего, выкинем немного хлама, вот и место, глядишь, освободится. А ты не оборзела ли? Спокойствие, кошечка, все будет нормально. Да, ты сама напросилась. Мяу, мяу, ты меня еще получишь. Отцепись ты, у меня кошка драная. Ладно, девочки, давайте что ли знакомиться. Я Клаудин, это Дракулаура, а тот Тора. А как зовут вас? Весьма приятно. Меня зовут Рейвен, друзья зовут Рей. А это Китти. Очень приятно, кстати, я кузина Тор. Не против, если мы сделаем небольшую перестановку? Кроватка. Между прочим, мы с тобой еще не закончили. Даже об этом не думайте.